Сегодня мы решили протестировать реальную прочность титановых поводков диаметром 0,6 мм, смонтированных при помощи плетенки, а также обжимных трубочек. Монтаж на обжимных трубочках достаточно простой. Однако нам очень интересно, какой вариант поводка покажет лучшие прочностные результаты. Для измерения мы будем использовать динамометр с функцией фиксации максимальной нагрузки. То есть даже если поводок порвется, то максимальное значение прочности, которую показал поводок, будет зафиксировано, а не сброшено на ноль. Сначала тестируем поводок, смонтированный на обжимных трубочках. Один конец поводка фиксирую на отвертке, а второй на динамометре. Динамометр допускает нагрузки до 50 кг. Хорошенько упираюсь и тяну до разрушения поводка. Ровно 24 килограмма. Сбрасываем стрелку на ноль. Теперь тестируем поводок, смонтированный на плетенке. Сидя за столом, поводок порвать не удалось. Пришлось вставать, мне браться за динамометр, а брату за второй конец поводка с отверткой. Только так его и удалось порвать. Стрелка остановилась уже на 44 килограммах. Итак, что мы имеем? Поводок, смонтированный на плетенке, оказался чуть не в два раза прочнее, чем поводок на обжимных трубочках. Конечно, обжимные трубочки бывают разного качества, прочности и надежности. Однако в случае с титановыми поводками, лично для себя мы теперь будем предпочитать монтажи именно на плетенке. До новых встреч, друзья!